У русских испытан и принят на вооружение «Циркон», который, я думаю, вот-вот будет применен в ходе ведения боевых действий. Ну и плюс, конечно, есть такие средства, как «Посейдон», там уже испытан. Хотелось бы посмотреть, как «Посейдон» работает. Да, ну, хотелось бы, да, конечно. На «Сармат» бы посмотреть здесь. Цунами, да. Да, цунами, будут хамить, увидим. Ну да, можно отправлять войска. Ну, это все закончится, конечно, и «Посейдоном», и цунами там, и высотой волны в 500 метров, в 300 метров. Так что... Не будет тогда Великобритании? Надо... Не, ну, Великобритании точно не будет. Я про Соединенные Штаты говорю. Да. Вот, поэтому... Я просто думаю, с кем будет тогда Макрон целоваться, если Сунака смоет? Опять с Трюдо. Опять с Трюдо, да.